День открытых дверей пройдет в культурно-деловом центре «Арктика». Но в этом году традиционное событие сделают особенным. Если раньше это был просто набор и запись в кружки, то сейчас у посетителей будет возможность познакомиться с каждой студией подробнее. Выступления творческих коллективов будут транслировать на больших светодиодных экранах в концертном зале. На презентации проведут набор в танцевальную группу «Шоу-тайм». Коллектив уже знаком жителям Нарьян-Мара выступлениями в стиле хип-хоп и хаус. Стать его участниками смогут девушки и юноши от 14 лет. Новые мужские и женские голоса ждут в вокальном ансамбле «Сударушка». Любители рукоделия также найдут на дне открытых дверей друзей по интересам. Народный самодеятельный коллектив «Татьяна» расширяется и готов принять в свой состав новых мастериц. Впрочем, это не все творческие студии, которые презентуют себя. День открытых дверей в Арктике пройдет уже завтра, 9 сентября в 18:30. Это все будет организовано одновременно, то есть в большом зрительном зале будут организованы столы, куда можно подойти и записаться в этот кружок. Дальше педагоги расходятся по учебным аудиториям. И если, например, ну сразу становится понятно, вот близко тебе, близко вообще хореографическое искусство, да? Если нет, то можно перейти в другую аудиторию, все будет расписано очень подробно, где какой руководитель преподает, в какое время будут проходить занятия.